Салют, автоботы! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Трансформеры! Войны на Земле! Мы продолжаем! Ну что, у нас намечается кое-какое грандиозное событие, а именно особый ивент! Ледяная крепость начнется через минуты! Мародеры десептиконов! Источник арктического сигнала был обнаружен. Древняя крепость, похороненная глубоко под толщей льда и замороженная на тысячелетия, снова вышла на связь. Автоботы, мы должны добраться до этой крепости первыми и защитить ее от злодейских умыслов десептиконов. Вне всякого сомнения, они стремятся туда попасть, чтобы поживиться технологиями и энергией. Но самое, ребята, что интересно, это возможная награда кристалл 4 звезды. Ознакомимся с требованиями. Так, мы соответствуем требования, штаб 4 улья уровня и состоим в альянсе. Все. Так, через 20 секунд начало. Ну, давайте, ребята, посмотрим, что там у нас вообще будет в плане наград, как будет вся выстроена эта система этого ивента, какие награды будут помимо этого кристалла из 4 звезд. Слушайте, ну, блин, это было бы, конечно, классно. Ну, конечно, 4 звезды, ничего себе. 4 звезды, и жизнь удалась. Все, принять участие, она прям автоматом запустилась. Чё? Нанофрост, так, 300 осколков, 3 звезды. 60 осколков. Чё? Чё за нанофрост? Это чё? Япона мать! Это где ж... Ух ты, ёлки-палки. Короче, фрагменты льда надо собирать. И какой-то нанофрост будет открываться. Обалдеть, да? Теперь нынче и нано есть. Ладно, сразу в бой. Так... Но поскольку я особо не двинулся вперед, ну смотрите, по 52, ну хотя участвует как бы альянс, насколько я знаю, и если участвует альянс, то вполне возможно, что шансы есть. Конечно бы мне будет сюда бы как-нибудь бы заскочить, но тут, как говорится, будем действовать наверняка. Я думаю, тут стоит действовать наверняка по той простой причине, что терять время для перезарядки батареек ради плюс 2-3 осколка льда, знаете ли... В случае победы, ну, плюс 2-3, в случае проигрыша, минус 50, условно говоря. Тут все очевидно, поэтому я думаю, здесь лучше особо не выпендриваться и валить базу, так сказать, наверняка. Первый отряд, в бой, погнали! Давайте посмотрим. Я еще и сюжетку не прошел. Вот, 42, и опыт, кстати, опыт удвоенный дается на ивентах, насколько я знаю. Поэтому так можно и прокачать, в принципе, недурно. Ну-ка, ну тут все просто, тут все просто. Да, естественно, куда уж проще, на 400-то больше показателей. Это долбим, это запускаем, тут вырубает, все, давай. Во, Оптимус такой идет, не спеша. Секиру, ух ты, он еще и с эту стреляет. Кто вылез? Рогатый какой-то, бейте рогатого, бей. На куда ж ты с Оптимуса-то там лезешь, а? Что ты еще там... Дрыгается, застра... Тихо. Давайте все на таран, на таран. Опа-на, нормально, все. Убрали это дело. Ну что, бомбардировать, я думаю, не имеет смысла, ибо мы победили. Все. Замечательно, 42 осколка из 1000. Но чувствуете, на фросты мы эти соберем. Нано-снежная пыль, наверное, как-то так, если уж дословно переводить. Я даже не знаю. Забавно. Ладно. Да, пошла. И, естественно, участники все здесь. Начинаются... О, нифига себе, альянс-то уже почти переполнен. Правда, кто-то выходит, кто-то заходит. Так, ну дальше, сразу в бой. Так, 850. 850. Второй отряд. Так... Постойте, я что, перескочил, что ли? Да, я перескочил. Вот второй отряд. Давайте им. Эх, мне бы еще сейчас базу прокачать бы и увеличить количество автоботов в отряде. Было бы очень здорово, ребят. Да чё ж там здорово, превосходно просто. Угу. То есть, они как назло дадут кристалл, только если самую последнюю награду собрать. А это хрен из два удастся, ребята. Если уж так смотреть на вещи. Хотя, как пойдет, ребята, как пойдет. Ну-ка, давай, бомбите это все. Во! Уничтожайте. Да чтоб вас, а.
Вы гляньте, что Slack вытворяет, а? Пофиг. Сайд-свайп. Вообще, кстати, хороший сайд-свайп. Я же их прокачал, кстати, всех этих персов-то. Сайд-свайп прям вообще чудеса творит просто. Во. Угу. Заработано. Джампстрим, прол. Да. Интересно, а там ведь следующий идет уже не 1350, а почти 2000. Это ж как мне надо скакнуть-то, а так сразу. Там, конечно, да, придется изрядно попадать. Так, погодите, а последний отряд, по-моему, меня до 850 не дотягивает. Да, придется поэтому на 500. Ну тут у нас Альфа Браво, Мираж, Дастап. Вот эти только двое однозвездочные, по сути. Как бы всю ситуацию так. Не очень скрашивают, поэтому надо будет... при первой возможности их заменить. Самых сильных во фронт, самых слабых в тыл. Они потом будут дополнять, если двузвездочных не хватит. Когда отряд будет состоять из 7 автоботов, там уже накинем, так сказать. Давай-ка, во! Бомбите это все дело нафиг! О, отлично. Просто замечательно. Ну, тут все очевидно. В принципе, давай, и это бомби, и то бомби, все бомби. Вот так вот. Можно даже... Это кто такой вылез? Это... Что это за зеленый такой? А, это, по-моему, этот как его, не Броул. А как же он там? В танк трансформировался, он, по-моему, еще в фильме был. Ну, уже 125. Так, и надо посмотреть, сколько будет этот ивент идти. Кстати, практически прокачали там этот джампстрим. До максимума. У них предел это 20 уровень, по-моему, у одной звезды. Интересно, у 4 звезд какой предел? В чем их преимущество? У них, видимо, просто уровень побольше будет. Да, тут еще, конечно, базу прокачать надо. 2 дня будет идти. Ну, 3 дня. 3 дня будет идти, условно говоря, этот ивент. Ну, в принципе, ребята, реально, на самом деле, так-то если постараться, то вполне возможно. Так, погодите. У меня же 9 кристаллов. Давайте-ка используем и посмотрим, кстати, что у нас там есть. Ну-ка. О! На энергон его! Вот так вот. Ох ты, еще осколки 2 звезды собрали. Кого еще на энергон? Орбитальный удар. Так. На энергон. Всех на энергон. На металл. О, 3 звезды дали осколки. Ничего себе. Поджигающие ракеты какие-то. Первый раз я такой. О, смотрите, зарядка идет. Что-то посерьезнее. А это кто у нас? Эй, Рейд, 2 звезды. Недурно, ребята. Вот это уже хорошо. 2 словами можно охарактеризовать этого типчика. Безрассудный и опрометчивый. Это очень хорошо. Полевой ремонт. О, зарядка опять что-то. Умная бомба зарядилась. Ой! Что-то какая-то обманчивая зарядка, надо признать. Это сайд-свайп, что ли? Копия сайд-свайпа. Причем копия 2-звездочного. Ну хотя бы смотрите, мы взяли кристальчики. Кстати, сколько там нам до кристаллов 3 звезд? О, ну там, конечно, блин, долго до этого добираться. Но тем не менее. Так, а что у нас там эрейд? Погодите, эрейд. У меня же ведь получается 1 звезда была. Раз у меня 2 появился и не заменился. Мираж. Да, 1 звезда. У меня теперь 2 звезды. Ничего себе. Вот это, ребята, здорово. Его надо качать определенно. Я думаю, даже мы знаем, как качать будем. Так, ну-ка посмотрим. У нас там что-нибудь откатилось? Хоть какой-нибудь отряд. Угу. Так, ну эти, блин, конечно, долго вся приходить будут. Так, интересно, кого бы... Ну вот, в принципе, можно попробовать, знаете что? Можно попробовать Шторм Клэша или Файрфлая до конца прокачать, чтобы они общую суммарную мощь увеличили. Потому что мне хочется открыть еще 4-й отряд, а тут нужно 10 тысяч. Как бы совокупная мощь, я так полагаю. А у меня всего пока 4100. Поэтому надо всех прокачивать тут, безусловно. Поэтому закончим с этими 1-звездами, чтобы они у нас по максимуму висели. А потом дальше все будет ништяк. Дастап что-то долго откатывается. Это с ума сойти, ребят. Ну это же кошмар. С дурели еще и стволом тычет, которого в руках нет. Странно. Ладненько, отмотаем это дело.
Фу, откатились, боже ж ты мой, а, наконец-то. Просто кошмар какой-то, чем выше уровень, тем больше откат. Знаете ли, такое ощущение, что они уже стали такими крутыми, что в конец обленились. Одного кого-нибудь завалят, а потом, пойдем гулять, ребята, да? Оптимус отдал команду, и все, и пропали минут на 10. С ума сойти, ну вы даете, автоботы, я просто в шоке. Это если бы так тостер бы, после того, как хлебушек поджарят, подходишь к нему, следующий ломтик сунуть, а он... Ах, погоди, мне 7 минут и 28 секунд не дай, и я приду в норму. Вот и то же самое примерно сейчас. Ну ладно, откатились и откатились. Ой, а так бы хотелось, чтобы все это было побыстрее, ну ладно. Давай. Причем Оптимус Прайм всегда озвучивает, что он Оптимус Прайм. Ну молодец. Ладно, хоть не забыл. А то сейчас с ума еще сойдет от невероятной мощи. Как только еще какой-нибудь апгрейд получит, так он себя еще и Праймусом величать начнет. Кибертроном. Так, пойдет. Все. Ну вот, конечно, стрейф у него классная атака. Что, у стрейфа атака классная. Пусть он здесь покружит, повалит всех. Во! Недурно. Ну, Оптимуса, как всегда, опять куда-то понесло. О, Мегатрон вылез, но уже поздно. Он, походу, тоже чай пил, да? Тут в этой игре всем, кому не лень, знаете ли, повоюет немного и все, айда гулять. Ну, нормально. Автобот Джаз, Рэтчет. Лифтджампер. Счет до 30-го прямо, знаете ли. Но очень туго идет дело. Просто с ума сойти. О, уже 208. Ребята у нас там, по всей видимости, заступают. Во. Ну, как говорится, первый пошел и второй пошел. И дальше по порядочку. И нормально все будет. Хотя бы эти нанофросты соберем. Потому что 175 тысяч, это я не знаю. Тут, походу, вообще... Не спать, ничего не делать, на работу не ходить, просто сидеть эти кристаллы, 4 кристалла звезды, да, неделю спустя так, достижение, ладно, в бой, 850, так, кто у нас там, вот он, рогатый, ну давай. Блин, вот Суперион всегда так вот смотрит на заставочку, на тебя так, знаете ли, кулачком так в тебя тычет, и мол, хрен из два ты, когда меня разблокируешь в этой игре, да? Но надо еще сюжетку пройти. Что-то тут до хрена всяких орудий. Я бы сказал, очень. Просто с ума сойти. Так. О! Все. Нормально так. Это тоже уничтожайте. О, отлично. Вот это мне нравится. Вот это мне очень нравится. Так, этих что-то там обесточило. Мина это чертова. Блин, кто-то там вылез, сходу словил. О, Мегатрон. Ты куда собрался? Что ты там своей этой пушкой тычешь? Сайд-свайп, ну-ка пропиши ему. На, видали? Апперкот какой. Давай, блок, контратаку делай. Смотрите, какая боевка идет. На, обмен ударами просто дикий. Ну ты-то куда лезешь? Файрфлай, честная битва, все. Обдристался Мегатрон. Лучше пусть я в пещере сидел. А тем временем базу взорвали. Рогатый зря времени терял. Ну молодец, что тут скажешь. Блин, весь бы отряд диноботов собрать бы. Вот это было бы здорово. Ах ты зараза, а. Еще чуть-чуть, 25-й. Как всегда, все на грани. Ну, тут, конечно, до 30-го еще как раку до Пекина, поэтому это не скоро будет все. Дальше. Так, тут у нас 500. Где у нас там последний отряд? Ну-ка. Вот они, отряд самоубийц. Нормально, все. В бой их. Посмотрим, что они смогут. Эх, был бы Суперион все-таки. А мне кажется, кстати, вот эти вот, которые 2000 там и так далее, там, по-моему, только с Суперионом, если крошить все, ломать, потому что, ну, так вот, валить, я не знаю, чисто автоботами, даже их, если 7 будет, все равно, как бы, гибельное дело. У нас там по куске
на куски обороны вражеская разнесет. Поэтому, я думаю, тут надо все-таки пройти, скажем так, кампанию, которая есть с этими гештальтами. Наконец-то добить ее и получить в награду лабораторию по созданию Супериона. А там останется делом за малым собрать всех аэроботов. И причем еще помимо них собрать вот эту вот искру какую-то, я так полагаю, супер-искра, она, наверное, понадобится для создания. И мне вот еще интересно, я когда вот создам эту всю лабораторию, открою там Супериона, создам его, он, скорее всего, будет действовать как способность, естественно, не как автобот. И то, наверное, каждый раз его нужно будет отдельно своего рода покупать. Конечно, приятного мало. Но, тем не менее, такая ударная сила. С ним только вот на такие идти. На тяжело охраняемые крепости. Еще, конечно, надо прокачать вот пушку до конца. Все дела. Ой, ой, блин, сколько еще всего прокачивать? С ума сойти. Еще до 9 уровня штаб улучшать. Ну, время, конечно, с ума сойти. 18 часов. Мортиру нам. А, нет, не на стазисную мину. Энергобашню. Вот эта вот штука вообще меня просто выводит в нападениях. Ее, знаете ли, вот пока завалишь, полотряда потеряешь. Я уже, честно говоря, даже не знаю толком, что с ними делать, только если обстреливать как-то. Но вещь довольно серьезная, знаете ли, в обороне она просто чертовски хороша. И у нас на то, чтобы собрать кристалл 4 звезды, осталось 2 дня 23 часа. Недурно. Ну ладно, друзья. Думаю, тогда давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Спасибо, что смотрели, ставили пальчик вверх, делились ссылочкой, а также комментировали. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Всего хорошего вам, крепкого здоровья и приятного настроения. Всем пока.